этом году с начала года у нас в природной среде потерялось всего 14 человек. По сравнению с прошлым годом это значительно меньше, потому что год назад мы в это время уходили за цифру 100. Всего в прошлом году потерялось более 110 человек, в этом году пока у нас потерялось 14 человек. При этом надо отметить эффективность работы технических средств, которыми оснащен наш район и Московская область в целом. Я говорю про ЕДДС-112, я говорю про их возможность геопозиционирования звонящего. Поэтому человек, который звонит с мобильного телефона, он определяется на карте и видно точку, из которой он звонит, достаточно большой точностью. Поэтому в этом году у нас крупномасштабных спасательных операций не проводилось. У нас потерявшиеся выходили самостоятельно или при помощи спасателей, ну, буквально в течение нескольких часов. Если еще в прошлом году на поиски уходило до 3 суток, то сейчас эта цифра уменьшилась в разы. Человек, который потерялся в лесу, который заблудился, который чувствует, что ему трудно выйти, должен не стесняться этого, не бояться, а набирать номер 112, звонить в нашу единую дежурную диспетчерскую службу для того, чтобы и потерявшемуся оказали помощь. Во-первых, как я уже ранее сказал, работает система геопозиционирования. Человек, который позвонил по указанному номеру, однозначно будет определен на карте, его точка будет видна. Поэтому после того, как человек позвонил и вызвал спасателя, нужно оставаться на месте, никуда с этого места не уходить, для того, чтобы спасатели по указанным координатам смогли прийти к нему и оказать помощь.